Приветствуем всех, друзья, это канал Кубачевский, меня зовут Энден Дэна, и сегодня мы с вами займемся установкой Optifine на Майнкрафт. К сведению, Optifine — это дополнение для Майнкрафта, установив который, мы сможем немного детальнее настроить графику Майнкрафта и тем самым его немного оптимизировать. Ну и главная причина, почему нужно установить Optifine, это использование шейдеров. Итак, сейчас мы перейдем к установке Optifine, но прежде я вас хотел попросить, если вам видео будет полезно, то поставьте на него лайк. Значит, первый вариант будет для нас более простой, в том случае, если наш лаунчер, скажем так, умеет самостоятельно устанавливать дополнение. То есть мы открываем наш лаунчер, ищем нашу игровую версию и ищем к ней приписку Optifine. Мы ее выбираем и нажимаем кнопку «Установить», после чего Optifine будет уже установлен. В ином же случае нам необходимо самостоятельно найти Optifine и установить. Для этого вы заходите в описание под видео, где будет ссылка на официальный сайт Optifine. Мы скачиваем подходящую версию и переходим к установке. Мы запускаем скачанный файл Optifine и нажимаем на эти три точки. И здесь нам нужно указать путь, куда установлен наш Майнкрафт. Его мы можем узнать, либо же нажав на эту кнопочку в лаунчере, и он нам откроется, либо же нажав Windows R, либо же просто в окне поисковика написать %updata%, либо же указать путь, который вы сами указали. Значит, мы указали папку с Майнкрафтом и нажимаем кнопку «Установить», либо же «Install». И после чего у нас будет установлен Optifine, и в нашем клиенте Майнкрафта появится рядом с нашей версией приписка Optifine. И то есть мы можем поставить шейдеры на Майнкрафт, и все будет работать. В общем, да, все оказалось довольно просто, и я надеюсь, что вы добились того, чего хотели. А если так, то, вероятно, видео оказалось для вас полезным. И я надеюсь, что вам будет нетрудно поставить на него лайк и оставить под ним комментарий. А если же у вас все же остались какие-либо вопросы, то оставляйте их также в комментарии, я вам со всем помогу. И, кстати, да, не забывайте заглядывать к нам на канал, где вы найдете различный интересный контент. И, возможно, прямо сейчас вы наткнетесь на прямую трансляцию, где мы с моим другом проходим террарию с челленджем. Так что залетайте и давайте общаться. А на этом мы с вами заканчиваем. У микрофона был Дэн Дэна, и я надеюсь, что мы прощаемся с вами ненадолго. До скорого!